Итак, травили собак, а отравили гуляющих по улице детей. Такой случай, по словам местных жителей, произошел в поселке Таймыр. Отец одного из пострадавших детей рассказывает, на днях его 11-летний сын должен был отмечать день рождения, но у мальчика началась рвота, которая не прекращалась 2 дня. В тот же вечер мужчина стал обзванивать гостей, чтобы предупредить об отмене праздника, и выяснил, это далеко не единственный случай. Позже он нашел на улице и тела собак, с которыми дети играли накануне. Мужчина уверен, кто-то травил животных, а яд попал в организмы детей. Дети с этими собаками играли. Собаки подняли какую-то отравленную наживку. Собаки облизали детям руки, а дети, соответственно, что-то ели, чипсы там или семечки. Ну, получается, вот наш сын и еще где-то 4 ребенка.